Через все в этой жизни надо пройти. И берегите своих мужей. Я вот только это могу вам сказать, девочки. Надо идти на уступки друг к другу. Иначе не сохранишь семью. Все. Спасибо. Я хочу сказать, что даже не верится, что прошло 60 лет совместной жизни, потому что первые десятилетия работа, дом, дети, внуки, и все пролетает мимо нас. Мы не успеваем даже друг друга узнать. Но вот когда выходишь на пенсию уже, сидишь дома, вот я 2 года как сижу дома, до 77 лет я работала, ну вот тут уже притирание, терпение, узнаешь друг друга, совсем разные у нас взгляды на жизнь, оказывается, но жизнь уже прошла. Дети выросли, внуки выросли, все хорошо в наших семьях. Я считаю, что мы прожили хорошую, веселую, замечательную жизнь. Поэтому вы тоже не заметите, как быстро все пролетит. Большое спасибо, что мы прожили тот период, который был очень хорошим. Спасибо. Я хочу сказать, что я проработала 55 лет у меня стаж. И отдала его народному образованию. Поэтому я очень счастлива, что я прожила эту жизнь и отдала ее детям, воспитанию детей и взрослых, потому что 31 год я была директором дошкольного учреждения большого, 47-го, лучший сад города был. Поэтому, ну, когда все началось, 90-е годы, русские сады начали закрывать, была какая-то, ну, непонятная история. Поэтому, ну, пришлось вернуться и методистом опять работать, и воспитателем. Короче, прошла все ступени. Но я счастлива. Эта жизнь прожить не более перейти, нами испытана. Прожив 50 лет. Были успехи, были падения. Тем, кто уже замужем или женат, возьмите в вооружение и передайте своим детям, что капитаном корабля семейного является муж, а лоцманом – жена. А коль муж – капитан корабля, значит, он – голова. Жена – лоцман – шея. Вот, надо, чтобы жена шею поворачивала так и вела свой корабль по жизни, чтобы, не дай Господь, голова не сорвалась. И тогда у вас будет все хорошо. Передавайте эту притчу вашим детям. Здоровья. Мы прожили 50 лет. Мы просто жили. Жили, растили детей. 10 детей, 28 внуков. Мы счастливы, мы радуемся. Самое интересное, когда они собираются, но теперь их уже, к сожалению, тяжело собрать. Двое детей в России, одна дочь в Америке, и где-то здесь, но все равно они как-то собираются. Это они нам напоминают о днях рождения, о днях день свадьбы. У нас май месяц – это все праздники. Знаменательные. 23-го день свадьбы, 25-го ее день рождения, 29-го мой день рождения. Они выбирают где-то середину, собирают. Ну, это жизнь. И мы радуемся. У нас жизнь прошла, у нас не появлялись мысли о том, что может хватит или о чем-то другом думать. Мы думали о том, что нужно жить. Жить до конца. И сейчас живем. Слава Богу.